Всем привет, с вами Чибиси, и мы играем в Ганжен, и мы идем за охотницу, потому что... Сразу говорю, тупить буду сильно, потому что я очень давно не играл в Ганжен. Вообще, не знаю, год, наверное, или даже больше. В самой игре тихий звук? Ладно, сейчас сделаю погромче. Вот так, так нормально? Пока вы думаете, нормально или нет, я иду убиваться. О, так, как тут в это вообще играет? О, можно на столах поехать, сейчас поедем. Поехали! Уи-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 
Все, вот так ставлю. Все. Ой, я что-то на рабочий стол не вышел. То вам слишком тихо, то вам слишком громко. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое и откуда оно в меня прилетело? Стандартная штука. Давай, вылазь. О, сундучок синий. Это что такое? Я не помню. Перезарядка при перекате? Ха, прикольно. Наверное, немножко бессмысленно, но прикольно. Нам бы пушку хорошую получить. Сейчас ты получишь. Сердечко. Слишком нормально теперь. Все, пофиг. Я вас не слушаю. Вы меня дезинформируете. О, собака броню нашла. Чибу, наверное, на первом этаже Гюнтер выпадет, как недавно в Азике было консольщик. Консольщик это Витек, это все знают, как бы. Это уже даже без шуток, без приколов. Он даже и не скрывает. Я успею его убить? Ага, успел. О, целое сердце. Можно поприкалываться, пострелять из лука. Промазал. Опа, попал. Ух, сколько вас всех много-то. Сейчас два черных сундука будет. Не будет. Ой, меня чуть только что это... Люстра не ударили мне по лицу. Прикиньте, если сейчас он получит короля пушек. Кто такой король пушек? Я не знаю, я не шарю. Я в эти ваши ганджоны по 700 серий не играл. Как некоторые. Не буду называть их имен и фамилий. Но их имя начинается на вар, заканчивается на лог. Кто бы это мог быть, как вы думаете? Я вот не знаю. Вдруг там сейчас будет с фитилем. Зеленый сундук! Блин! Нет, радужного сундука не выпало. Мы пойдем на дополнительный этаж? Не знаю. ЛГБТ сундук. Толерантный сундук. Гы-гы-гы-гы-гы. Если бы я сейчас был на стриме... Ой, не на стриме, на Твиче. Мне бы уже Твич забанили бы. О, сосалка. Сосалка это хорошо. Давай. Сколько она сожила? Половинку? Давай еще. Так. Отлично. Так, это стала техника пустышек. Это какой-то практичный пояс. Че он дает, этот ваш практичный пояс? Может быть, варчи и беселок? Нормально. А когда Айзик? Не знаю. На следующем стриме. Это что? Она анонимус. Нифига со мной анонимус ходит. Обалдеть. Вообще. Тут мне кажется какая-то секретка. Давай попробуем.
Сейчас, две секретки. Ладно. Пустышки что еще купить сможем? Так, а где анонимус? А, вот он. Ты что-то долго ходишь слишком. Давай, работай, работай. Это что? Пистолет какой-то. Я пистолеты люблю. М9, это что? Ну, какой-то пистолет. Окей. Практичный пояс — это больше патронов, не больше магазина, больше амуниции. Это не анонимус, а снюсоед, не очень. Точно, блин, это снюсоед. Надо ему принести пару тульских пряников. Как тут скипают боссов? Как тут скипают боссов, нормально. Чебиси обнаглел. Хочу скипнуть босса. Слушайте, я могу вообще его не бить, да? Вот за меня будет анонимус бить. Точнее, снюсоед. На. Это самая легкая комната с птицей. Все, она уже мертва. Че с тобой? Ты че, дружок? Дружок-пирожок, ты, видимо, не понял, с кем дело имеешь. Ай! Страшно. Опасно, боюсь. Лед, ледокол, да. Слушайте, ну у нас много-много-много-много хпшек. Мы можем пойти, короче, наполучать кучу денег. Самый бесполезный предмет за набор — это маска. Это один из трех анонимусов. Вот этот подходит вблизи стрелять из дробовика. Есть еще оглушающий, который шокером бьет. И дальник вроде. Понятно, понятно. Так, мы, да, мы платим. Так, мы получили целое сердце, да? Поэтому можно полтора сердца сливать спокойно. А, нет? Ну ладно, пофиг. Купаем. Практичный пояс. У нас еще осталась пустышка. Ну все тогда. Бери ключ, а я уже брал. Анонимус, снисоед и флопа. Вот эта команда против всех обобусов. А, ну-ка, давайте посмотрим. Кстати, по-моему, реально магазин стал больше. Или... Магазин... Не, не магазин. А, ладно, пофиг, пошли дальше. Магаз на старте? А, ну он закрыт. Пробуем новый пистолет действия. Слушайте, хороший пистолет. Очень хороший. Еще у него так много патронов. О, лечилка. Шикасик. Шикасик, Шикасикович. Слушайте, он откидывает еще так хорошо. Прям вообще супер. Класс. Отличный пистолет. Я вообще люблю в этой игре пистолеты, они классные. На 169 денег. Ха-ха, горохострел, ха-ха. На крысу мы не пойдем. Я не профессионал, чтобы ходить на крысу. Поэтому я на нее не хожу. А там какая-то вообще сумасшедшая дикая. Ой, ключик, 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 ключик. Мы получили ключик. Ржака. О, патронусы. Патронусы давайте на пистолет брать. По-твоему, какая пушка в Ганжине лучше? Которая буквами стреляет или дубина переговоров? Дубина переговоров вообще объективно лучшая пушка вообще во вселенной. Из всех игр, которые когда-либо существовали. Слушайте, мне этот анонимус очень нравится, он хорош. Не знал, что у Чибис есть свой собственный снюсоед. Ну, как видишь, мама моя. Спасибо, не надо. Что я просто дико ненавижу в этой игре, так это вот эти гадские, блин, комнаты с ловушками.
Если их можно избежать, я обычно их избегаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то сегодня подозрительно хорошо уворачиваюсь. К чему бы это интересно? Ага, уже босс. Что-то рановато. Геншин головного мозга. Какой для тебя лучший предмет в Ганжине? Свинья? Ну или клон? Отвлекся, получил дамаг. Свинья это, она же там подставляет себя вместо меня, когда я умираю, да? И она еще что-то делает. По-моему, она атакует. Или, ну вроде да. Я точно не помню. Ну что-то такое происходит. Перекатики. Это попугаями стреляет, да? Да. Пытаемся вспомнить. Чибиси, какой, по-твоему, перс круче? Пуля или делюк? Пуля объективно круче. Чё-то произошло. Я даже не успел ничего сделать, ладно. Но это не крутая пушка. Я не понимаю, почему она в зеленом тире. Ой, мама. Ой, мама! Ага. Ладно. Чуть попозже разберемся с этим. Ну, хотя нет, она вроде сильная какая-то, да? Ну, все равно я не знаю, что она в зеленом сундуке делает. О-о-о! Повезло, повезло. Волшебная конфета. Это типа All Stats Up, по-моему. Если я не ошибаюсь. Чибиси, какой для тебя перс в ЕТГ круче? Азазель или охотник? Конечно же Азазель. Азазель вообще топ. Еще он очень смешной. Мне один человек пытался доказать, что Азазель не смешной. Но я считаю, что смешной. Ну, все понятно, консольчик. Не знаю, я не знаю, что покупать. Доспехи купить? Ну, типа, зачем? Горохострел тоже не нужен. Пустышку может купить. Давайте пустышку купим. Дожились. Покупаем пустышки. Надеюсь, что после босса выпадет ключ. Чем мы будем бить босса? Это хорошая пушка или нет? Что вообще тут хорошая пушка? Арбалет? Ну, вроде не должно быть тяжело. Ах ты тварь. Ну умри быстро. Снисоеды вперед. Снисоеды. Так. Вот этой пушкой. А давайте вот этой пушкой его бить. Будет ржака. Хорошая пушка. Хорошая. Возможно из-за того, что у меня All Stats Up. А возможно из-за чего-то другого. Это что? Это этот... Дебильвер, точно. Дубину переговоров язык потом на боссах. Полено купи. Какого ты роста? 44 сантиметра. Так, мы вскрываем сундук, наверное, да? Ну, почему бы и нет, да? Еще один револьвер. Ну, давай. О, у него синергия. С чем? С чем синергия? С патронами перезарядки и что происходит? А, ну понятно, в два раза больше восстанавливает. Ну, что, неплохо. Пошли дальше. Чем мы будем? Вот этим будем пользоваться? Или вот этим? Я даже не знаю, кто из них сильнее. Ну, ладно, буду этим. Он отталкивает вроде. Сейчас просто попался на изи байт, блин. Надо было ключ не подбирать. Хотя,
Нет, надо. Здорово, пацаны. Так, а давайте попробуем вот этой пушкой. Я буду сейчас сравнивать. Слушайте, ну тоже неплохая. Не отталкивает, конечно, но в принципе... А! Она целиком перезаряжается при перекате, лол. Это вообще какая-то супер синерджи. Слушайте, она сильная. Она, смотрите, как быстро их убивает, с трех ударов. Она, конечно, мажет сильно, но... Она вообще неплоха. Достань шкафчика админа, пожалуйста. Если б я мог, если б я мог. Так, стоп, 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 ты уходишь сразу, вы все умираете. Все? Что-то они там подожглись, отравились, блин. Отравление, вот беда. Алкоголь, нет, подождите, алкоголь и, да, отравление, вот беда. Что-то там, готов ответ. Что-то там и сомнения нет, да? Нет? Ой, навалили тут. Опа, перезарядился. Так, ну этого я просто так убью, а он сам умер. Где модеры, да? Не знаю. Не пришли сегодня. Ну, поздновато сегодня для модеров. У меня большинство модеров живут по этому какому-то там непонятному времени, короче. Не московскому. Так, что у нас тут? Ага, еще зеленый сундук. Берем. Что это такое? Это нормально? Это хрень какая-то, по-моему. Ну, давайте я возьму. Восставший из гильзы. А вы мне объясните, что это делает. Начинается вот это покатушки тут на своих этих вагонетках. Сердечко. Опасный чел. Ой! Ой-ой-ой! Ой, мама! Какой ужас. Там профессионал с крутыми пулями. Чем его убить? На, сейчас я тебе дебильвером выстрелю. А его уже нет, его уже уничтожили. Так, на что мы берем патроны? На лук? Давайте на лук. Она за зачистку комнаты может дать предметы. Она вроде призывает кучу врагов. Типси, тебя засканили. Это фигня. Ну чё, давайте призовем. У меня дебильвер есть. Ой! Обалдеть, два дамага получить. Ой, ё-моё! Ё-моё! Жесть! Чё, если заскамили, так заскамили. И чё? А в чём смысл-то? Чё за фигня? Тебе же сказали, что это трэш. Ну, для чего-то оно нужно, блин. Это же не просто так. Ну, ё-моё, я не буду на это смотреть. Идите нафиг. У меня, может, есть что-то тушащее? Ледник. Нет? Ха-ха-ха, смешно. Нет. Так. Что делает кровавая брошь? Скажите мне. Потому что я, ну, поменяю одну штуку с проклятиями на другую. А я сразу беру. Что она делает? Высасывание здоровья из врагов. Так, а на что выкинуть активный предмет? Нет.
Ага, все, спасибо. Забирайте свою эту дебильную коробку. Кейси, я не люблю Кейси, я его ненавижу. Я вообще в играх ближний бой ненавижу. Мне гораздо комфортнее, когда я стреляю с какой-нибудь пушки. Могу находиться на расстоянии 3000 километров от человека. Это плохая комната. Плохая, плохая, плохая. Надеюсь, Ньюсает мне поможет. Ё-моё, что там происходит? Все? Все успокоились? Ладно. Большой гриб. Ну что это было? Сейчас увидели. Дайте патронусов. Бже. У меня так много пушек было. В итоге чё? Ой. Страшно. Оп. А как тут? Нифига. Вот это я маневры совершил. Жесть. Чем если постреляю в магазине, дадут пушку. Ха-ха. Смешно вам все. Хихоньки-хахоньки, да? Кто там? Птица? Так, пошли смотреть, что в магазине. Карта. Что это такое? Макаров? Какая-то тоже крутая пушка. Так, ну мы берем ключ, да? Зачем, только непонятно. Пойдемте Зельду открывать. Мы везде были. Макаров не очень. Давай. Пламенная пушка! Ты рофлишь? Ты прикофлишь? Меня что-то все сегодня скамят, блин. Половинку сердца куплю. Доспехи. Не знаю, ладно, доспехи пока не буду покупать. Что купить-то? Что купить-то? Сколько у меня патронов осталось на этой пушке? На вот этой. А, стоп, подожди, а где? А, у меня везде патрон закончился. А где патроны-то? Патроны кто-то продавать будет? Нет. Макаров, по-моему, не очень хорош. Ну, понятно, понятно. Не берем Макарова. Ай, получи урон со старту, Чибиси, красавчик. Ой, моя нелюбимая фаза. На, получай, получай. Получай, тварина. Да ты достал уходить в инвиз, блин. Ладно, хорошо, сейчас хоть сделали, что инвиз, типа, два раза, что ли, может чел в инвиз уйти, и все. Где он? Вон он. Просто перекатывайся в углу. Ну, не знаю, мне такая тактика не очень нравится. Патроны! Дробовик пустоты. Так, патроны. Мы на что хотим? На М9? Ну, давай М9. Он, в принципе, ничего такой. Дробовик пустоты на потом. У меня осталась куча пустышек. Надо их куда-нибудь применить.
Пошлите искать секретки, пошлите. Так, тут нету. Ну тут не может быть. Тут? Нет. Тут? Нет. Вот тут? Тоже нет. Может, тут у нее? В магазине? Да не, в магазине не может быть. Там некуда. Может, вот сюда, это, челленджи пройти? А у меня ключей нету. Мне если сундук выдадут, то я ничего с ним не сделаю. Нет, тут нету. Артибалрог, мой самый ненавистный босс, информирую. У меня два самых ненавистных босса. Это стена и эти, и шахматы. Вот я прям ненавижу. Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Ну, вы поняли. Слушай, ты достал тпхаться. Опа. Ключ. Мама, их слишком много на квадратный сантиметр. А патрончики-то кончаются. Фу, я в своего начал стрелять, думаю. Что ты за мразишь там ходит? А, нет, он призывает. Нет, он призвал козявочку. Умри в муках. На Хаша пойдешь, а на босс Раша, а на Бяша. На Бяша пойдем обязательно. Бяш звучит как очень крутой босс. Это я что сейчас урон только что получил? Ржака. Да! Я второй раз получил урон в этой комнате. Ржака X2. Все в ржаке. Я его скинул в помойку. Ой, ой-ой-ой. Давай, расстреливай их там. 40 патронов осталось. Сундук. О, господи, фу, блин. Ну как стартовик. Не давай никаких дробовиков пустоты. Дай мне нормально. Так, и на вот этот. Все, вот так будем работать. О, а что тут надо делать? Я не помню. Чибиси очень тихо, прибавь звук игры. Ладно, просили, прибавил. Тут есть секретка? Ха-ха-ха-ха. Как знал. Дробовик свой поганый сам себе забирай. ХП отдать вроде. Блин, мне опять перенастраивать всю мою систему. Чего вы там в углу таитесь? Слушайте, ну на самом деле у нас ХП много, мы, может, и подонатимся. А! Тут неожиданно так пришел, главное. Кто тут? А еще? Это все? Тут кто-то еще должен быть. А где все-то? Ты же не один тут. У тебя есть друг, брат, сват. Экономим патроны вместе со снюсоедами.
Ай, блин. Укусили за жепу. 5 патронов. Где магаз? Не. Все, пустой. Хоть дебильвером их убивай, блин. Надо было Макара взять все-таки. Киса. Бьем кису. Киса была убита. На, у нас дробовик пустоты есть еще. Давайте тогда на дробовик пустоты переключимся. А, уже босс. Не, босс, я пока не готов. Магазин хочу. Ай! Жалко на них патроны тратить. Чибиси со своей жадностью вот поплатится. Жадность к экономии патронов. Ой, как долго они убивают с этим дробовиком. Кому нужен этот дважды люк? Мне альт-лилит выпало. Блин, классно, завидую. Альт-лилит — это топовая тема. А, я его все-таки выкинул. А, мимик, ну ладно. Да понял я, что... Да, смотрите, как оно сделано. Так, хорошо. На. Давай, 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 давай. Сюда иди. А-а-а, не дойдешь, лошара. А-а-а! Что там был-то хоть? А, это сумка. А, у нас два анонимуса ходят. Пацаны, мы собрали два анонимуса. А магазин? Где магазин-то? Ничего не понял. Ой, этот пустышечками фигачится. Классно. Но из меня будут деньги вылетать, если меня ударят. Ну, если я правильно все помню. Блин, пустышка классно. Вот, деньги, 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 лови. Лови, 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 лови. О, все, мы добрались до магазина, ура. Полет, полет! А с чем? С чем синергировалось? Боковое зрение. Так, давайте пушки сплавлять. Сейчас вот какой-то всякий трэш поотдадим. На. Так, и вот этот дебильвер отдадим. Глок 51. А, нет, холод 45. Как он... Я путаю постоянно. Еще один пистолет. На 420 патронов, между прочим. О! А, ну я понял, кто это и что это. Ему надо там что-то донатить, там. Все такое. Так, деньги оставляем. Мы везде были. Ну давай. Где там эта суперпушка? 17 патронов осталось. А чем мы убивать будем? Вот этим? Ну, пошли. О, шахматы. Но я бы их без урона и не прошел бы. Хотя, кто знает.
У меня есть, блин, пустышки. Нет, чибиси, не хочу использовать пустышки. Хочу... Хочу просто так все делать. Кто, по-твоему, круче, Кли или Чича? Ну, Кли объективно. Нелепость, в принципе, можно использовать в комнатах. Enter the snooze gion. Да. Я знаю даже, как я... Я знаю, как я назову эту серию. Так, ну чё, берем тогда... Rocket Launcher, да? И что там остается? Ой, она такая недальнобойная. Слушайте, с полетом хорошо, с полетом качественно, красиво. О, гиперсветовой бластер, стрижащая пушка. Но Чибиси сделает. Я хочу Амо купить. Амо, гусы. Амо хочу купить для своей вот этой попугайной пушки. Она типа круче вроде стала. Не знаю, правда, чем. Ой, страшно. Тут еще молоток летает, ужас. О, смотрите, имба найдена. Берем, перекатываемся, все, перезарядились. А-а-а! Надо было собаку слушать, собака фигни не посоветует. Деньги! Что это, бур? А чё бур делает? Бур, это вроде ты, типа, что-то там встаешь в какой-то комнате, и там начинают спавниться враги целой кучей, да? И ты за это что-то получаешь? Я правильно помню? Или нет, скорее всего, неправильно. Ты пробовал делать коллаборацию? Ну, такое, я деньги не собрал. Из меня все деньги вылетели. Сундуки взламывает. Шикарно. Сундуки взламывает, это хорошо. Ой, рука. А, эта рука не убивается, типа? Ай, нет, схватило. Чибиси, что лучше? Лучше или хуже? Лучше там, где нас нету. Что-то я много стал пропускать. Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что близко приходится подходить из-за этой пушки. Ну ладно, мы дракона вынесем. Сказал Чипси до первой смерти на драконе. А где все эти сундуки? Там еще что-то такое. Нет? Не будет? Ой, здрасте, а у вас тут весело. Это чё? Быстрое выхватывание.
Это что? Ускорять перезарядку или что это делает? Не знаю. Дайте патронов, ну достали. Хочу патроны. На. Нифига, два выстрела. Прикольно. Можно будет на дракона тогда использовать эту. Ну, эту. Это, которая та. Не заметил. Деньги из меня вывалились, да? Ай, деньги вываливаются. Собирай, 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 собирай. Ой, пацаны, стойте, стойте, пацаны, стойте! Стойте! О! Ключи, патронусы, все собрал. Давайте я чем-нибудь более крутым постреляю. Вот этим, например. Это же тоже хорошая пушка. А у нее радиус-то тоже дебильный. Все мои деньги. Куда, блин? Куда? За что? Так, патроны. Значит, первым делом... А, у меня холод есть. Первым делом патроны на нашу суперлегкую пушку. Давайте попробуем пистолетом пострелять. Ну твою ж мать. Ну ладно, блокнер, окей. У него же даже хпшки не нарисованы. Убивай! Убивай, калечь, бей! Унижай, уничтожай! Типа, ты знал, что если долго не подбирать патроны, находясь в другой комнате, они станут Гюнтером, инфосотка. Ржака. Да, я пробовал Real Гюнтер, потом появился на месте патронов. Вот так, значит, да, вот так вы, значит, со мной. Давайте руинить все чибиси. Понятно, понятно. А, деньги, 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 деньги. Вроде все собрал. Откуда у меня 120 монет? Не, серьезно, откуда? Ну ладно, закупимся тогда в магазе. Так хорошо, красиво закупимся. Мужика заморозили. Таких мужиков лучше замораживать. От них проблем потом будет. Не оберешься. Деньги, 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 деньги. Обалдеть, сколько у меня денег. Супер богатый чибиси. Кто там? Маска? Да, маска. Так, тут вот у нас ветеран подползает сбоку. Надо его убить. А, куб! 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 А, деньги! Деньги! Мама, сколько вас всех? Тут много чего-то слишком. Скелетона кто-то прислал. Деньги. Фуф, если бы не снюсоеды, я не знаю. Было бы не так просто. Белый камень Гуона. Ну, спасибо. Спасибо тебе, игра, за все. О, давайте ему отправлять. Прожиратор. Шок. Чибиси собирает все свои тенге. Да. Что лучше, бутер с маслом и сыром или колбасой? Ну, на мой взгляд, вкуснее бутер с сыром, наверное. Это что? Какая-то хрень, да? А где магаз? Вот это магаз. Вот это вот странное место. Вот это магаз? Нет, это не магаз. А что тогда магаз? Вот это магаз? Нет. Вот это? Тоже нет. А чё магаз-то?
А, вот магаз. Вкуснее бутер с маслом, сыром и колбасой, да. Так, мы покупаем патроны. На это у нас есть. Мы покупаем патроны. А на что мы тогда еще покупаем патроны? На лук? Ну, на лук. Можем купить гиперсветовой бластер. А можем броню. А нафиг нам броня? О, у нас... О, он у нас огромный. Что-то там с нашей опять этой пушкой скомбинировалось, которая петухами стреляет. Походу, слишком имбовая пушка. По-моему, таких имбовых штук не должно существовать. А где дракон? Что-то я рано радовался, да? Дракона-то мы еще не нашли. Здорово, пацаны. Че, любите кувыркаться? Я тоже люблю. Ой, страшно. А, вот и дракон. Все. Берем вот эту пушку. Когда закончится, будем использовать легкую пушку. Ну, погнали. Да давай уже. Что-то там столько много патронов в этой пушке. Что-то я отвлекся на чат. Патрон мастера мне не получить. Ой, мама! Я ножи пропустил. Я дурачок. Там какая-то собака. Две собаки. Смотрите, собаки, курицы, что-то там происходит. Какое-то непотребство. Теперь моя самая нелюбимая. О! Спасибо, пацаны, расчистили дорожку. Спасибо. Да ладно, у нее там одна хпшка осталась. Ну чё ты вот, серьезно? Чипс экономит пустышки и потом не использует их. Моя школа. Да, могу, умею, практикую. Имеете что-то против? Ну, пошлите, закупимся там, чем еще можно закупиться. Вот этим? Ключом? А зачем нам ключ? Так, ладно. А чем мы вообще сражаться будем? У нас что-то было? А, гиперсветовой бластер. Сейчас смотрите. Инструкция. Как просрать все свои патроны на гиперсветовом бластере. Просто берешь и мажешь. Чё происходит-то, блин? Так... Ладно. Честно говоря, даже не знаю, чем мы будем вообще сражаться. Ну, гиперсветовой бластер пока не закончится, а там дальше разберемся.
Нет, меня попали. Деньги! А зачем они мне тут? Магазинов нет. Че ты там сидишь? Вылазь давай. Обалдеть, мы не просрали все патроны на гиперсветовой бластер. Забавно. Так, что заряжать-то будем? Что-то мы пистолеты все отдали, нам нечем, блин, холод. Нам нечем, блин, сражаться. Откуда у меня снова столько патронов на пистолет? Я же их просрал. Ничего не понял. Как это работает? Почему у меня 20? Почему в меня что-то прилетело? Ну ладно. Это, в принципе, не страшно. Ой, вот эту штуку надо убить. Я самый богатый чел во вселенной. У меня миллиарды рублей. Ой. Красный кубик, страшно. Хорошая пушка. Отличная. Ой-ой-ой-ой. Плохой, плохой маг, плохой. Почему Чибиси стал лишь читать чат? Потому что Чибиси меньше хочет, чтобы в него попадало всякой всячины. Ой, тут самонеров! О, его уже убили, лол. Да выпендрился. Самонер несчастный. Все понятно, он продался за миллиард рублей. Потому что он стал консульщиком. Ты собирал двух мелких драконов в одном забеге? Кто такие мелкие драконы? I don't понимать ваш... этот... ганджинский юмор. Слушайте, мы до сих пор не просрали пушку. Удивительно. ХПшечка. О, у нас фулл ХП. Шикарно. Десять патронусов осталось. Ой-ой-ой. Эти пацки жесткие. Анонимусы прям вообще хорошо помогают. Ай, мои деньги. Ай, мои деньги дважды. Целое ХП у меня сожрал, блин, тварина. Это сразу надо убивать, пока оно не отложило яйца. А чё так жестко-то? Кто там? О! Ладно, нормально. Живем. Какая-то жуть на заднем плане происходит. А-а-а, черт! Ты пыхнулся ко мне. Чертяка. Жуть. Жуть жуткая.
как их много всех. У меня что, самонаводка? У меня на бластере самонаводка? Мне показалось или нет? Чибиси, проверка на знание. Что идет после единицы? А... Нет, что идет после единицы, а после буквы А? Какая песня лезет из всех щелей 3 сентября? Как зовут моего любимого перса из Геншина? Какой у меня ник в Геншине? Я отказываюсь это комментировать, это провокация очередная. А вокруг меня летает белый камень Гуона. Капец, из них денег вываливается. Фулл деньги билд. О, 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 сколько всего. У вас до сих пор 10 патронов в этом. В этой суперпушке. Мы пришли в тупик. Поздравляю. О, мы нашли босса. Все понятно, Чибиси хакнул себе Гюнтер, замаскированный под бластер. Так, а чем мы лича-то убивать будем? Ну, можно бластером продолжить, закончить. Нет, закончить не этим. А можно сразу на легкую пушку переключить. Давайте легкую пушку сразу фигачить. На, жри моих собак. Я не вижу, куда я там стреляю. Ну, вроде технически попадаю куда-то. Нет, чтоб пустышку использовать. Нет, Чибиси будет экономить пустышки до последнего. Потому что это Чибиси. Могилки заспавнились. Для меня специально. Давай, жри меня полностью. Я перезаряжусь. Бум-чики-бум. Почему бы и нет? Хочу и использую. О, вот это Чибиси-уворотчик. Мои деньги! Собаки, жрите его. Сэкономил, сэкономил пустышки. Неинтересный факт. Лич не скорее, поэтому не ест собак. Ржака. Ржак-смеяка. Попал на шальную пулю. Изи, изи. Изи. Ну что, каких-то ачивок понадавали всего вообще.
Я доволен сегодняшним забегом. Доволен. Ну что ж, если вам понравилось, то поставьте лайк, также не забудьте подписаться на канал. С вами был ChibiCPlay, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!